Так в селе просто его и стреляли, вот на Пасху там и в церковь попали, если видели. Ну, хорошо, обстреливали каждый день, и в день там по 50, 60, 70 прилетов и виноградов. Ну, и люди живут, еще ну, на тот момент, когда мы уже на позициях были, 40 человек гражданских жило. И, ну, в основном бабушки, дедушки, кому некуда поехать, кто боится худобу. И самое интересное тоже такое, это коровы. Вроде бы большое животное, они все здесь гуляют, и телята гуляют, да. Грады обстреливают, ну, там люди, да, там ранения. Коровы как ходили, так и ходят, мычат. Ну, тоже как бы... Мы только приехали в это село, мы приехали ночью, утром рашики пошли в наступление, прорыв сделали, нас вывели на позиции, ну, команда занять оборону, мы занимаем оборону, и начали сыпать грады. Нас начали сыпать грады, значит, ребята, ну, как сыпят, они ложатся, лежат, ждут, пока пройдет обстрел, и дальше идти. В этот момент подходит к одному из солдат бабушка, бабушке 80 лет, и такая говорит: «Унучок, тобі погано, тобі допомогти». Ну, ребята просто посыпались. Ну, это реальная история, поэтому бабушки рулят.